5 декабря 2018 года дайверами была обнаружена якорная мина, располагавшаяся вблизи детского санатория «Бемлюк». Для обезвреживания мины были вызваны специалисты Черноморской военной базы в Новороссийске. Очевидцы рассказывают, что укладка обезвреживания занимала долгое время. Каждый год на побережье Черного моря находят боеприпасы времен Великой Отечественной войны. К сожалению, этот момент не редкость для Анапы и вообще всего Черноморского побережья. При обнаружении подозрительных объектов немедленно вызывайте МЧС по телефону 101. Обязательно предупреждайте и сообщайте близким номера спасателей.